Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». На стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы София Гентл. Композиция называется «Разбуди». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Расскажи мне сказку. Даже если все снова вранье, подари мне сегодня ласку, что случится. Все станет мое, и пусть будет ночное небо, и костер с ним уют и тепло. Расскажи мне, что я королева, а тебе со мной повезло. Расскажи мне, что я королева, а тебе со мной повезло. Поцелуй, обними меня жарко, я от похоти буду пьяна. Говори, говори неустанно, что твоя я, лишь только твоя. И люби до последнего стона, до той самой рассветной звезды, солнца утреннего золотого. Только я и со мной только ты, и люби до последнего стона, до той самой рассветной звезды, солнца утреннего золотого. Только я, и со мной только ты. Завтра, может быть, я отрезвею, но сейчас пусть пылает огонь. Никогда ни о чем не жалею. Говори, говори, что влюблен. Завтра, может быть, я отрезвею, но сейчас пусть пылает огонь. Никогда ни о чем не жалею. Говори, говори, что влюблен. Я усну без сил под утро на твоей сильной жаркой груди. Ты страстью, разбуди же меня, разбуди. Ты опутай своей меня страстью, разбуди же меня, разбуди. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт», «Разбуди», стихи София Гентл, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла
ожившая поэзия.